За 2 дня с открытия продаж казахстанцы купили 96 тысяч билетов на поезда. Если спрос и дальше будет расти, то количество маршрутов будут увеличивать. Об этом сегодня сообщил представитель железнодорожной компании. Напомню, что с 1 июня в Казахстане возобновляется поэтапное пассажирское железнодорожное сообщение. В первую очередь запустят поезда по 54 направлениям. Пассажирские перевозки рекомендую сейчас всем пассажирам и гражданам Казахстана купить, оформить, точнее, билеты через сайт билет railways.kz или через мобильное приложение билеты КТЖ, не выходя из дома. В целях нераспространения коронавирусной инфекции главным санитарным врачом было постановление, то есть это соблюдать, носить маски и держать дистанцию не менее 1 метра.